Всем привет, с вами Мария Блог, и сегодня я хочу вам показать свою коллекцию наклеек. Так что давайте же начнем. Первое — это вот такие вот стикеры со звездами, например, с Ариной Гранде, с героями, с One Direction, Taylor Swift, Селеной Гомес, ну и другими. Простите за лишний шум. Потом идет вот такая вот прекрасная книжка. 100% стикеры для особых случаев. В ней 1500 стикеров. Они всякие разные. Мне они очень нравятся. Ими очень классно украшать дневник личный. Разные открытки. Ну, вы поняли. Дальше идет вот такой вот стикер-пак с Мишкой Габриэлем. Вот он. Фокус. Мне не фокусируется. Потом идут мои самодельные стикеры, которые можно купить про лето. Вот, лето, загар, море, ЗОЖ, жара и ПП. В моем инстаграме Мария Блог Фото. Ну, если кто хочет, тот может заказать. Набор стоит 35 гривен, отдельно стикер 5 гривен. Вот это пока первая партия. Дальше у нас идут штучки для того, чтобы клеить стикеры, потому что в скором времени я хочу открыть обмен письмами. Так что то запишите в комментарии. Если мы соберем 5 лайков, я начну с вами обмениваться письмами. Мы будем обмениваться распечатками, декоративным скотчем, всякими, короче, штучками для рукоделия. И декорирования дневников. Потом идут объемные стикеры с овощами, сладостями и ежедневными вещами, которые встречаются нам в школе, дома. Потом идут вот такие вот два пакетика с наклейками Ever After High и тролли. Их я тоже буду в письмах присылать. Потом два стикера из анкеты с пэтшопами, где он? А. С вот таким вот мишкой и жабками. Потом три больших стикера с Софией Прекрасной, вроде так называется мультик, уже точно не помню. Рапунцель. Два стикер-пака с пэтшопами. Потом стикер-пак с такими вот пасхальными наклеечками, новогодними. Потом опять большие наклейки, но только уже Monster High. И тут я еще приклеила одну наклейку с Феей Прекрасной. Потом такие вот разные вкладыши с какими-то плодами, деревьев, орешками там, потом мебелью, фигурами и какие-то вообще монетка, разные, короче, вещи. Потом тут еще тролли, такие вот два стикер-пака с девочками из топ-модель. И тут полно разбросанных стикеров, которых я точно буду высылать шопкинсами. Потому что у меня их много, а ну, я их использую.